школам с углубленным изучением русского языка, передано учебник для русского языка. Событие большое потому, что оно подготовлено очень системно, готовилось в течение нескольких лет, готовился весь комплект учебников для всей школы. Такого еще не было. Учебники прошли обновление, актуализацию, модернизацию, это красочные издания. Издавались они здесь, в Армении. Это тоже очень важно, поскольку это были задействованы и различные типографии, которые печатали, и, соответственно, занятость населением была обеспечена. Что я всех поздравляю с сегодняшним этим замечательным событием, с этим праздником, я бы сказал, и желаю всем новых и новых знаний.